вы смотрите новости онлайн. Возмутительное откровение бывшего супруга певицы. Ему зачем-то потребовалось опорочить доброе имя бывшей возлюбленной. И все это кажется нелепой выдумкой. Семья Ларисы Долиной казалась всегда образцовой. Поклонники уверены, что третий муж артистки, Илья Спицын, в ней души не чает. Но прежний ее супруг, Виктор Митязов, вдруг решил опорочить артистку. Может быть, он все и выдумал, завидуя счастью певицы. Но вещи рассказал возмутительные. Илья, живя с Ларисой, так и не развелся с первой супругой, от которой у него растет сын в Киеве, шокировал Митязов. Говорил, что не разводится, потому что жена не дает общаться с ребенком. Он кормил Ларису этими баснями лет 5. Лариса говорит, что у нее семья, вот все и думают, что они женаты. У них все основано на сексе. Прежде всего с ее стороны, уверен Виктор. Илья же нашел те струнки, которые я не смог. Он же массажист. Наверное, хорошо делает и глубокий массаж. Мне звонят бывшие коллеги и рассказывают, что у Ильи в Москве есть молодая любовница, которая родила ему ребенка. Он уже собирал чемоданы и хотел уйти, но Лариса его удержала. «Ладно, будем жить втроем», – поразил бывший муж Долины. Вот откуда он это знает? Все это похоже на гнусную выдумку, и не хочется в это верить. Сегодня у Долины, по словам бывшего мужа, нет новых хитов, ее имя не гремит, как прежде. Митязов обвиняет в этом Спицына и сочиняет байки. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!